привет, девочки и мальчики. Я на вокзале, жду Милану, ну, подругу, поэтому я даже на вас не смотрю. Сейчас посмотрю, где она тут. У нас такая погода черная, ливень, просто невозможно. Вот. Остановилась. Сейчас чуть-чуть припаркуюсь. Вот так. И подожду ее 2 секунды. Идет, идет, вижу, вижу. Чао! Чао, белиссимо! Вай, вай, вени, вени. Чао! Чао, кара! Да, quanto tempo! Infatti. Ti sto riprendendo, io? Ah, ok. Ti sto riprendendo. Come stai? Bene, bene. Sì, sì, a parte la pioggia di stamattina, diluvio, cioè mi sono svegliata che il tempo era nero. Visto che tempo, mamma mia. Prima stavamo al caldo che non ce la facevamo, esatto, più. Esatto. Invece adesso da quanto tempo veramente che non tantissimo, ti vedo? Tantissimo, perché quando sono andata a settembre tu non c'eri. No, no. Ah, va bene, me la pure se c'ero, ma no, non la mettere. Pure se c'ero, non ci siamo visti perché sei venuto giusto per... Sì, un chi deve passare? Sono... Vabbè, tu dormi, va bene, ok. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Lei, Maria Luisa, padrushka. Ciao! Подружка Миланы. Вот, встретила, везу ее домой. Завтра уедет. Приехали повидаться по-быстренькому. Ecco qua. Abbiamo fatto la prima ripresa. Entrate dentro, non si fa sotto la porta. Готовит. Ci sei anche tu su YouTube. Sì, le riprese. Grazie, perché lei dal telefono da fuori mi ha detto. Так, ну и что тут Милана вкусненького готовит своей подружечке? Пармиджана, я не знаю. Пармиджана, вот синенькие в пармиджане. Да. Она их вот так, неаполитанцы делают вот эти синенькие. Как тебе удобно, ты должна заполнить дно все равно, клади их рядом, поперек, второй ряд положишь вот так поперек. Неаполитанцы вот эти синенькие делают яйцо, мука и масло. Но я так не люблю, и Милана так не любит, потому что они получаются тогда сильно-сильно, да, жирные. И, ну, может, так вкуснее еще яйцо там внутри чувствовать. Но я всегда делала вот так, и поэтому она тоже так хочет, захотела и делает так. Нет, большие положи внутри, Милан, вниз, а маленькие в серединке, чтобы... Ну ладно. Вот, теперь сверху тоненький слой помидорки, наварила соуса, нарезала сыра. Вначале тонко-тонко помажь, да. Вот так помажь тонко-тонко по всему. Много не клади, потому что а то будет сильно это супчиковый, жидкий будет. И потом сыр. Копченый это у тебя, да? Пробовала? А что, моцареллы нету? Половина и половина. А, перемешку. И потом сверху пармиджан. Насыпай, насыпай, быстро, 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 быстро. Ну, не фредо, кофе. О, мама мия, на нее. Приехала с Соренто, а Соренто фа калдо. Sì. Da Modena. Сейчас везде. No, da Modena venuta ieri, eh? A Modena fa freddo. Sì. Cioè, ha più freddo. Ha fatto un freddo prima della laurea, mamma. Так, теперь она второй слой точно так же закладывает и потом помидорки опять помажет соусом. Собирай, собирай. Ничего. Вот так вот. И все.
не хватило на третий слой. И я вот немножко их поджариваю. Покажи вот тогда. Вот здесь, как я их обжариваю. Просто на гриле, без масла, без ничего. Так, вот эту худую поставим сюда. Вот так. Жирную поставим сюда, горячо. Вот так, все. И подождем. Молодец, она уже здесь положила 2,5 слоя. Сейчас мы все густо-густо закроем этими всеми вкусняшками. И все. Все, заполняю последний слой. Заполняю последний слой вот так сыром. И все, я отправляю 180 градусов запекаться минут... Сколько минут? Минут 30. Да. Си-си. Так, а здесь они, девочки, вон, обе заняты. Кухарничают. Что делаете, девушки? Помидоры, чеснок, базилику. А, у тебя же пианта, цветочек живой. Эко, базилику. Фреско. Так, и потом это все на хлебушек будет такая вкусняшка. Попробуйте обязательно, кто еще не пробовал. Они называются брускетты. Я вам потом покажу все это в готовом виде, как будет. Их можно запекать и в духовке, слегка вот так вот, немножко как сухарики. Но хлеб должен быть очень свежий, чтобы внутри, когда вы кусали, было мягко. А сверху вот так обжарено. Ну, мы решили сделать на этой же сковороде, где я делала немножко вот последние меланзани, то есть синенькие баклажаны, чтобы были именно вот эти с рисунком. Полосатый рисуночек. Здесь еще нету, а здесь... А, есть уже, вот так вот. Вот так надо, да. Бери уже. Веди, веди! Il cuscino e poi ascolta quel giocattolo. Tira. Sì, di notte lo fa sentire questa musichetta. Hai visto? Так, вот они наши брускетты. Видите, какие они получились аппетитные. Красивые и очень-очень ароматные, потому что там есть капельку чеснока, правда, Мил? Чеснок? Ага, да. Так что мы ждем еще нашу духовку, которая запекается с баклажанами, и потом приступим. Ну, сейчас можно уже начинать с этих хлебушков. Окей. Мама мия, какие бунта! Мама мия! Вай. Я не снимаю ничего этого, не переживай. Тропо боно, браво, грация. Смотрите, какая вкусняшка. После вкусного обеда полагается кофе. Sì, un caffè buono. Perché шоколадочка, конфетка. Senza niente mi sembrava bruttissimo. Ti devo aggiungere? Конечно. Положить все сладкое, сахарное, шоколадное, все мне. Sì, ho detto tutto a me. Эти чашечки мне подарила как раз Мария Луиза в прошлый раз, когда она к ней приехала. Она ей подарила вот эти чашечки, очень миленькие, с лимонами, символ Соренто. Но их две, к сожалению, поэтому мне приходится пить с голубыми цветочками. Ну ничего. Голубые цветочки на чашке, золотые цветочки на пальчике, на ноготочках.
общем, все нормально. Приятного кофе питья всем. Подождите! Да, я, мама Ви. Они обменялись подарочками. Кстати, потому что Мария Луиза закончила второй университет, магистратуру закончила, и Милана ей сделала вот этот подарочек. А так как Милана не смогла поехать на ее праздник, то они обменялись вот такими подарками. Vai. Confetti, ora mangiamo altri confetti. Olè. Che carino! È un piccolo calendario. Bello, Lilla. Calendario, вот такой. 2024. 24-го года. Ah, sarà utile. Sarà utile questo 24, Sì, bellissimo, il colore è stupendo. Приятный очень цвет у него. Но хорошо видно, не переживай. Но он теперь купаре. Очень приятный цвет у него. Нежный такой. Календарь. Настольный календарь. Mettilo là vicino. В серединку поставь. Ecco qua. No, dove c'è lo spazio vuoto là? Qua, vedi, così. Ecco qua. Положи рядом конфетки. Вот так. И конфетки рядом. Вот и все. Все, ждем с конфетками. Уже будет сладкая жизнь у нашей Виктории. Так что ждем. Дольче вита. Avrò una dolce vita, guarda quanti confetti attorno, le scarpette e i confetti, bellissimo, grazie. Так, следующий подарочек открывают. На магистратуру Милана сделала... Carino! Я хочу рigido. Sì, c'è questa che mi hanno regalato con quadrifoglio. Ah, ecco. E questa con la bellissimo. Tra cornetto, quadrifoglio e coccinella, che sarà la più fortunata del mondo. Sì, quella che ti ho augurato oggi io, capito? Sì. Ecco. Grazie. Вот такой браслетик Милана ей подарила. Вот. Ecco qua. Покажи, fai vedere questi ciondolini. Вот, божья коровочка и на удачу. Porta fortuna, ok. Abbracciatevi allora, dai. Ok. Ну все. Ну что, я ушла, оставила молодых девочек. Я имею в виду девочек оставила, ушла. Все. Спасибо всем огромное за внимание и до новых встреч. Пока-пока. Пойду заберу свою машину. Дождик слегка утих, слава богу. Вот она, моя маленькая, стоит. Моя дорогусечка. Сажусь и еду домой.